Привет, сталкер! На ютубе уже существует огромное количество обзоров на оружейный пак, который я буду обозревать сегодня. Но думаю, тебе интересно будет посмотреть обзор именно от меня и послушать, что я скажу по поводу сегодняшнего пака. А обозревать я буду STCOP Weapon Pack версии 2.9.7 для сталкера Зов Припяти. В этом видео приветы получают Адам Дворецкий, Кирилл Курганов, Дима Рощик, Егор Попов и Илья Черепанов. Чтобы получить привет в следующем видео, тебе нужно зайти в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании, и сделать репост этого ролика. Случайным образом я передам привет 5 репостнувшим людям. Давайте наберем 2 лайка, и я начну делать новый ролик. Начинаем!
что же, пора подвести итоги. Оружейный пак мне очень даже понравился, и я советую его скачать. Также радует наличие огромного количества оружия и его переработки. Сделано это довольно интересно и качественно, и приятно смотрится. Не зря его за основу берут во многих модах. Если тебе, дорогой друг, понравилось это видео, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и удачной охоты, сталкер!